Итак, ребят, всем привет. Сегодня у меня на ремонте такая вот колоночка с Beer Flip 4 в красном цвете. Значит, у нее сдох аккумулятор, мне ее так вот принесли. У нее вместо родного аккумулятора стоял аккумулятор какой-то там, не понимаю какой, припаянный к проводам без BMS. И поэтому колонка плохо запускалась или вообще не запускалась. Вот. И что мы сделаем? Мы возьмем новый оригинальный аккумулятор. Вот он. И установим его в эту колоночку. Итак, впрочем, мне принесли колонку в разобранном состоянии, поэтому заменить аккум нам ничего не стоит. Хотя некоторые пассивные динамики на этой колонке треснутые. Так что давайте начнем. Запихиваем этот аккумулятор вот сюда вот. Прижимную пластину нам, конечно же, не дали. По понятным причинам, я думаю. Вот, значит, всовываем аккум. Подключаем его. И, в принципе, все. Теперь нам нужно прикрутить пассивные динамики и собрать колонку. Давайте это сделаем. Вот наша колоночка собрана. Теперь можно надеть сетку и пойти тестировать данную колоночку. Погнали! Что, вот такой у нас тест вышел, а вы пока не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, писать мне любимые комментарии. Всем удачи, всем пока, с вами был Мишка Ба.